В этом фрагменте мы расскажем об обезьянах, еще одной группе животных, обитающих на суше. Многие из них, как эти бабуины, большую часть дня проводят на земле. Посмотрите, как легко передвигается шимпанзе. Хорошо развитые конечности обезьян позволяют им бегать по земле и лазать по деревьям. Игры – любимое занятие обезьян. С легкостью воздушного акробата прыгает с дерева на дерево гиббон. Обезьяны находят себе пищу и на земле, и на деревьях. Они любят ягоды, сочные листья кустарников, лакомятся муравьями. Питаются плодами, птичьими яйцами, медом диких пчел. Обратите внимание на этого орангутана. Его пятипалые конечности, так же как и у других обезьян, выполняют роль рук. На деревьях обезьяны находят безопасное убежище для сна и отдыха. А шимпанзе здесь строят и гнезда. Но иногда они отдыхают и на полянах.